Представлен первый постер фильма «Зомбилэнд 2». Производством занимается компания Sony. Она опубликовала изображение в рамках флешмоба 10 Year Challenge. Компания Sony приняла участие в популярном флешмобе 10 Year Challenge, опубликовав постер второй части фильма «Зомбилэнд». Изображение появилось на твиттер-странице студии. Публикация содержит постер оригинальной ленты 2009 года, а также ее продолжение 2019 года. Вторая часть получила название «Добро пожаловать в Зомбилэнд 2». Трейлер фильма «Катарсис о терактах». Плакаты позволяют рассмотреть, что актерский состав нового фильма остался прежним и включает Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Эмму Стоун и Бигейл Брислин. Авторами сценария выступили Пол Верник и Ред Трис. Премьера ленты намечена на октябрь текущего года. Ранее сообщалось, что появилось промо-видео супергеройского фильма «Шазам» с Закари Левием в главной роли. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.